Лепшая узора айчынной промысловости на протягу выходных на площади Ленина будет представлена каля 60 одинок техники. Это разностайные машины и обсталявания, которые отрымали широкое применение у самых разных галинах народной господарки. На головной площади областного центра сегодня, ближе до полдня, начали собираться люди. Многие приходили с семьями. Горожане отзначают, познакомиться ближе с достижениями белорусских вытворцев – вельми добрая махчимость, якой нельга было б не вскрыстаться. Комбайны, погрузчики, грузовики, трактора, автобусы, воротовальная техника и это далеко не все, что можно побачить. Особливая радость по час наведывания выставы назиралась у детей. И они весело проводили час, проявляли цікавость до каждого экспоната, фотографовались разом с батьками. Дозволялось опынуться и внутри салона. Задоволенные маленькие гамельчане примирали на себе роль водителя троллейбуса альбо пожарной машины. Я только что пришел на эту выставку, тут вообще красиво. Красивые все машины, нравятся мне. Мы прошли по всей выставке, довольно интересно, много разнообразной техники, трактора, комбайны, пожарные машины, которые нам все понравились. Ну и сейчас остановились на троллейбусе, посмотреть, как там внутри, кнопочки поднажимать. Все интересно, спасибо. Все понравилось, очень красиво, ребенку нравится. Ну, техника нам нравится, внушительная, как бы, ну, хорошая. Деткам тоже нравится. Ну, как бы не мужчины, наши мужья в основном работают на такой технике. В целом, мне нравится. Я считаю, что как бы сильная выставка, очень сильная. Посмотреть, детям потрогать, нравится, да. Посидеть разрешают даже. У них же только игрушечные такие машинки, а здесь все вживую, все настоящее. Выставка нашего производственного всех цехов завода, это вообще замечательно, то, что у нас есть такое. Вот. Хотелось бы, чтобы эта выставка была в реалии, на полях, везде, потому что, и честно говоря, я вот на полях такой техники не вижу. Там, где мы проживаем, вот в наших районах, хотелось бы, чтобы там было побольше. Ну, вот такое впечатление. Ну, вообще красиво все, современно. Да не надо заниматься ерундой, вот, одно слово. Надо работать, зарабатывать деньги, поднимать экономику. Это мое личное мнение. А то, что ветер в голове у молодежи, я считаю, это... Со временем, может быть, пройдет. Вот, когда они поймут, что вот наша жизнь. Надо поднимать государство, а не давить его вниз. Я хочу сказать от имени всех благоразумных людей, от имени тех людей, которые умеют ценить то, что у них есть. И от имени себя, и от этих благоразумных людей. Я хочу сказать большое спасибо организаторам того, свидетелями чего мы здесь являемся. Я считаю, что вот это более многословно, чем все митинги, которые вот проходят по нашей стране. Потому что вот это самое главное, что мы можем сказать. Часто важны не слова, а дело. И вот это все, что мы достигли. И я этим горжусь. И я за это буду бороться.